там отберется, плюс тем трем, которые уже сделали это в прошлом году. И также 16 гимнасток в личных соревнованиях. Для тех, кто не попал, есть еще одна возможность, это касается гимнасток-личниц, сделать это на серии Кубка мира в следующем году. 4 этапа и 3 лучших результата будут учитываться. 3 сильнейшие личницы также получат путевки. Ну и также еще 5 групповичек и 5 команд групповичек и 5 личниц на континентальных соревнованиях тоже разыграют лицензии. Вот это вот я вспомнила как раз под выступление египетской спортсменки. Африка-то должна быть представлена. Да, они так готовятся. Совсем куда-то. Подали ей предмет. Думаешь, сбавят по баллу? Не знаю, что говорить. Ну, по регламенту, да, но на самом деле, если смотрите сейчас маленькие гимнастки, если вот так вот случается, хватайте запасной предмет. Вы сэкономите время, вы сами не выйдете за площадку, поэтому пускай он уже этот обруч или мяч, пускай уже закатывается за ограждение, потому что бывают такие абсурдные ситуации, когда приходится гимнастке лезть из-за высочайшие рекламные щиты, как это было у российской сборной в 2009 году. Тогда еще не лежали предметы вокруг площадки. То есть нужно было самой или самим, если это групповое упражнение, выносить и класть примерно туда, где ты думаешь, вдруг если что. Сейчас немножко упростили, сейчас лежат уже от организатора соревнований предметы. Так что хватайте лучше их. Знаешь, после того, как посмотрели юные гимнастки некоторые соревнования, когда ленточка отрывается от палочки запасная. Да, бывает и такое. Но хорошо, бывает и так, что...